Всем привет! Сегодня у нас 2 сентября, и сегодня праздничный день. У Насти и у Саши в школе линейка. С букетами, такие праздничные. Да, вот такой букетик для моих учителей, и вот такой букетик для Сашиного. Красота! У Насти еще в подарок книжечка, да? Да, и еще открытка. Вот, смотрите, открытка. Да, Настя у нас очень творческая девочка. Сделала для своих учителей вот такую поздравительную открыточку. И книжку для класса. Ну что, успехов в учебе, удачного учебного года. Удачного и легкого учебного года. Чтобы все прошло вот так, фух, как это лето. Лето пролетело, все заметили, что очень быстро. Или нет? Да. Или только мне так кажется? Очень-очень насыщенно, правда? Насыщенно-то точно. Ну и быстро, хотелось бы еще пару месяцев. Ну что, удачи нашим деткам и удачи нашим подписчикам. Да. Удачи, всех ребята. С праздником. Удачи, ребята. Вообще найдем одноклассников. Саша, своих, а ты своих. Идем поздравлять наших учителей? Да. Девчонки, сейчас у вас будет первый урок? Да. Ну, счастливо. У вас реально очень крутая школа, очень крутые возможности. У вас есть много возможностей в этой школе. Поэтому творите, проявляйте творчество, и у вас все получится. Это главное. И за это лето реально каждый из вас набрался много сил, эмоций, и вложите их в достижение своих целей. И у вас все обязательно получится. Просто хорошего вам учебного года. Ну, я присоединяюсь к Лизе, на самом деле. Я вам скажу честно свои впечатления. Я просто, когда приехал в эту школу, знаете, все смотрели, наверное, «Люди Икс». Вот я подумал, что это школа профессора Ксавье. Ну, тут очень круто, классно, и по-любому здесь учатся дети, которые в жизни многого добиваются. Вот, поэтому я вам желаю в этом году, как минимум, добиться больших результатов, чем в прошлом, и с каждым годом все эти результаты увеличивать. Спасибо, Богдан! Да, рассказывай, как прошел твой первый день. У вас, смотрю, здесь все по-новому, да? Да. Даже пол по-новому. Угу. Настенька, вот, вот и рыбки. Да. Это такой, он всегда, даже вы всегда подходите, пасть. Наблюдаете за ними? Не всегда, когда нам интересно. Но все равно очень классно. Красиво, да. Как подружки встретили нас? Соскучились все? Конечно. А ты? Да, я тоже соскучилась. Ну реально, когда только друг друга увидели, мы сразу бежим. Обнимашки. Какие у вас диванчики интересные. Как будто паутина. Смотрю, тебе в школе понравилось. Настя уже убегает на детскую площадку. Говорит, что у нее юбка-шорты. Можно бегать, можно прыгать и лазить по турничкам, да? Пьяна с плиточком. Большой-большой секрет. На остановку завалочка. Секрета больше нет. Смотрите, какое у Насти настроение. Настя, мне это нравится. Большой-большой секрет. Нет. Со школы и в школу с хорошим настроением, да? Да? Что может быть лучше?
Держись, второклашка. Все, дальше я сама. Мы уже встретили Сашу. Саша, рассказывай, как прошел твой первый день. Короче, было очень интересно. У нас новые одноклассники, мы со всеми познакомились, пообщались. Было несколько интересных уроков. Сейчас мы вышли погулять с друзьями. Конечно, на улице очень жарко, но все хорошо, отлично. Санек, ну как первый день, так же быстро прошел, как и лето, или нет? Не, это был очень длинный день. Серьезно? Да. Насте так понравилось, что она домой не хотела идти. Давайте сейчас пойдем в кино и посмотрим какой-то интересный мультфильм или фильм. Давайте. Классно? Да. Рюкзак где ты? Сейчас принесу. Только заедем домой, переоденемся, да? Да. Я за рюкзаком. Я с тобой. А мы на площадку, Настя? Ну давай все-таки на площадку. Или с собой лучше сидеть в Привет! Встретила подружку? Пока Саша решает свои вопросы, мы немножко поразвлекаемся, да? Да. Побежали к Саше, он уже вышел. Смотри, он погнал к машине, даже нас не видит. Давай, догоняй его, Настя. Кричи, Саша! Встретились. Все, ты свободен уже? Да, можно идти. Можем ехать? Да. Погнали к машине. Настя, давай спросим зрителей. У каждого старший брат такой? У Насти самый лучший старший брат, да? Да. Саша, у тебя сестренка тоже самая лучшая? Конечно. Ребят, хотели поехать домой переодеться, но у нас не получается. Через 15 минут начинается фильм «Король Лев». И мы решили прям со школы туда. Прям в школьной форме едем смотреть кино. Ну, это ничего страшного. Ну, короче, я думал, что сегодня уроков не будет, я с собой взял футболку и шорты. Это Саша может переодеться. Да. А Настюха пойдет. Но я думаю, что Саша поддержит Настю, и так как и Настя пойдет в школьной форме в кино. Ты же самый лучший старший брат. Может, хотя бы футболку? Нет. Ну, футболку. Футболку Настя разрешает, да? Окей. Настя поначалу немножко расстроилась, что Саша переоденется, а Настя будет в школьной форме. Ну, ничего страшного. Главное успеть на сеанс. Да. А надо успеть еще купить попкорн. У нас остается 13 минут, надо припарковаться. Какой попкорн берем? С карамелью? Обязательно. С сыром? Да. И с карамелью? Да, и с карамелью. Народ, вы что так медленно? Давайте быстрее, у нас осталось 5 минут, 7. Давайте ручки, детки, побежали. Погнали. Еще попкорны покупать, воду, билеты. Успеем, Настя? Да. Саня успел переодеться? Футбол. Поднимаемся на третий. Где Настя? Есть Настя? Нет. В этом торговом центре Саша уже был в кино, мы еще не были. Да. Веди нас, Санек. Поднимаемся выше. Настя, тут супер сыра нет. Только сыр. Хорошо, только сыр будет. Ну что, билеты есть? Теперь билеты есть. Идем Настя, за попкорном. Это тебе оранжевые, а нам Настя, все темные. Я потом открою. Так, на входе вопрос пошел? Нет. Саш, бери две. Настя, вот и карамель, да? Да, это с карамелью. Берем. Да, давай.
Я тоже люблю карамель. Давайте еще два сыра и все. Давай. Давайте еще один сыр большой. Я думаю, что достаточно. Большая упаковка. Берем еще водички и сок. Да. Берем обычную водичку. Да. Еще решил взять вот такие чипсики. Они кукурузные. Кукурузные, да, очень угу. Вкусные. Мы уже брали, пробовали. Вау, мам, смотри, сколько сыра. А давай еще для меня возьмем маленькую пачку. Это давай. С попкорном. Супер сыр, смотри. Супер сыр, Настя, как и ты хотела. Супер сыр. Настя, вот это ты молодец, я не видел. Саша не заметил. Я уже здесь был, и я не видел супер сыр. Бери сыр. Саша, можешь поменять? Пусть уже будет сыр и еще один супер сыр. Это мой. Да. Поделитесь. Да, поделитесь. Наливаем Насте напиток. Выбираем и наливаем стаканчик. Ой, смотрите, здесь даже вот такой стаканчик. Пузырьки, видишь? Да. Приятного просмотра. Открытие дура. Давнее место с пудрованное золото. Парапата. Ну что, это было круто? И плакали, и смеялись, да? А эффекты какие крутые! Вам понравилось? Майкос! Все супер! И волнение, и смех! Ребят, вот такое завершение у нас сегодня первого учебного дня. Посмотрели фильм, набрались эмоций, кто-то переживал чуть-чуть. Все переживали, все радовались. Мне спецэффекты очень понравились. Очень крутецкий фильм, спецэффекты классные. Ну что, говорим всем пока. Всем удачного учебного года, родителям терпения, а ученикам успехов. И хороших оценок. Пока. Ставьте лайки, да, всем пока-пока. Лайк, подписка. Пока-пока-пока-пока-пока. Зашли купить Насте кроссовки. Что это вы здесь делаете? Пытаемся мячиков взять. Шин. Все-все. Папа, есть? Да. Спасибо. А кроссовочки мы купили для Насти на физкультуру вот такие. Черненькие, классные. В черном цвете с белой подошвой. Да. Насте очень понравились и нам тоже. Смотри, здесь... Они все блестящие. Угу. Очень красивые. Красивые, яркие. Да. Подходит с покупочкой? Раз, да.